Всем привет, друзья! Сегодня фикс-прайс обзор полочек еды. Я прошлась и посмотрела по ценам. Цены меня порадовали. В фикс-прайсе еда осталась на прежних уровнях по ценовой категории. И очень-очень много интересных новинок. Например, вот это вот ветчина за 27 рублей, паштет бекон, очень-очень вкусно. Я как-то брала, очень вкусно. А также вот это вот икра за 27 рублей 50 копеек. В принципе, тоже сойдет для того, чтобы украсить какое-нибудь вкусное блюдо на столе. Тушенка тоже в пределах 100 рублей, есть и за 79 рублей вот такая вот говядина. Она идет тушеная кусковая, качество ее тоже нормальное, брала, пробовала, очень вкусная. Баночка индейки, это новинка, еще не пробовала, ничего не могу сказать. Если кто-то пробовал, напишите в комментариях, как она вам по вкусу. Также я обратила внимание, что в фикс-прайсе у нас стали продавать соленые огурчики. Вот такая вот огромная банка. Но мне показалось, что это огурцы-переростки, потому что они настолько гигантские. 99 рублей они всего лишь стоят. Есть баночки поменьше, за 79. Там уже огурчики идут как корнишончики. Ну, а это любимая полочка моя. Такие вот закуски. Кто любит, ставьте лайки. Бабушкины рецепты, баклажанчики. Очень вкусные. Слегка перчинка имеется по 79 рублей. А за 55 рублей можно найти фасоль белую в соусе. Очень вкусная. Ну, и самая моя любимая, это, конечно, кабачковая икра за 55 рублей. Брала, пробовала. А вот хотела взять хумус, стоит он 99 рублей, но, посмотрев состав, долго-долго я крутила его в руках. Там растительное масло подсолнечное, но мне не понравилось, что там есть бензоат натрия. Вот кто пробовал, поделитесь своим мнением. Я не стала покупать именно вот из-за этого. Баночки с оливками. Хорошая цена, я бы тоже сказала, что за 59 рублей и черные, и зеленые, маслины очень-очень вкусные. Как-то брала я, мне понравились. Также имеются соусы разные, за 27 рублей соевый соус, но он соленоват. Я брала, покупала. Ну, это свечи в гранулах, я вчера делала обзор на них, можете посмотреть. Я пробовала их тестировать. Они тут идут в разных цветовых категориях. Я взяла вот такую вот салатовую, насыпала в подсвечник и проверила, как она работает. Мне понравилось, буду покупать еще. Очень-очень много товаров разных сейчас привезли. Можете смотреть обзоры на моем канале. Всем удачи!